Пожар в офисе Новосибирского Красного Креста произошел сегодня ночью. По предварительным оценкам, ущерб составляет около 2 миллионов рублей. Виной всему неисправная проводка. Теперь организации, которая привыкла помогать, и самой нужна помощь. Подробнее Александр Потенихин. Сотрудники Новосибирского Красного Креста пытаются спасти уникальный архив. Его вели со времен Великой Отечественной войны. Огонь уничтожил не все документы. В этой стопке обгоревших бумаг информация о донорах крови и личные дела тех, кто проходил курсы сестер милосердия в военное время. Сейчас то, что сохранилось, будем, они, конечно, повреждены некоторые от воды, потому что пожарные их залили, а затем будем просушивать их, вручную перебирать и пытаться восстановить или сохранить, по крайней мере, то, что осталось. И уже потом сдавать, наверное, в архив. Огонь в офисе благотворителей вспыхнул 11 января в 4 часа утра. Кроме документов сгорели компьютеры, мебель и оргтехника. Пожарным пришлось выламывать все двери, чтобы проверить, не находятся ли внутри кабинетов люди. Сейчас почти все помещение пропитано сажей и залито водой. Специалисты уже назвали первую версию причин пожара. Приезжала сегодня экспертиза, они уже были попозже, после пожарных приезжали, показали, что очаг разгорания вот здесь был, провод оплавленный. И первое решение, что это проводка, провод взяли на экспертизу. Сказали, что поджог он здесь исключен. Больше всего было здесь от дыма повреждений. Практически вся площадь пострадала от горячего воздуха. Новосибирский Красный Крест – одна из старейших организаций в стране. Сейчас помощь нужна самим благотворителям. На экране вы видите инструкцию, как отправить смс-сообщение и поддержать организацию финансово. Другие способы помощи можно найти на сайте nsknews.info или в социальных сетях Новосибирского Красного Креста. Александр Потенихин и Денис Савинский, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.